Капуки-кануки. На стройке стоит башенный кран. Нужно кран, блоки поднять. Сегодня мы с краном будем играть. Башенный, башенный кран будет нам помогать. Опускаем крюк, ниже, ниже поднимаем груз. Выше, выше поверну стрелу. Вжик, 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 груз на месте, ура. Я крановщик. Нам помогать. Опускаем крюк, ниже, ниже поднимаем груз. Выше, выше поверну стрелу. Вжик, 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 груз на месте, ура. Я крановщик. Опускаем крюк, ниже, ниже поднимаем груз. Выше, выше поверну стрелу. Вжик, 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 груз на месте, ура. Я крановщик. Капуки-кануки. Привет! Я на стройке. И здесь работает башенный кран. Давай мы с тобой тоже соберем башенный кран. Грузовик везет нам детали. Это длинная стрела, на ней крюк, который поднимает грузы. Это детали, из которых мы соберем высокую башню. А это основание крана. Грузовик, поднимай кузов и выгружай его. Спасибо, грузовик. Тебе пора в гараж. Чтобы кран стоял устойчиво, нужно залить фундамент под основание. А для этого нужна цементная смесь. Кто мне ее привезет? Бетономешалка! Бетономешалка! Бетономешалка, заливай цементную смесь вот сюда. Одну опору укрепили, осталось еще три. Спасибо, бетономешалка! Ты тоже можешь ехать в гараж отдыхать! Эй, а что это вы делаете? Привет! Мы строим башенный кран! Иди к нам, будешь управлять башенным краном! Вот рычаги, а это твое сиденье! Как мне собрать высокую башню? Манипулятор! Он нам поможет! Сейчас поднимем первую деталь. Поворачивай стрелу.
все детали башни надо хорошенько закрепить. У меня есть молоток. Тук-тук-тук. Крепко. Поднимай вторую деталь. Прикрепляю. Держи молоток. Спасибо. Крепко. Очень высокая башня. Осталось прикрепить стрелу. Почти готово. Только завинтим шурупы отверткой. Красота! Приступаю к работе! Что поднимать? Тяжелые блоки для строительства дома. Секундочку. Включаю. Стрела поворачивается. Опустим крючок. Подвинь крючок немного правее. Еще! Еще! Стоп! Прикрепляю груз. Поднимай! Выше! Выше! Как высоко! Башенный кран получился очень сильный. Теперь ты знаешь, как строят большие высокие дома. Ты можешь еще посмотреть, как работает настоящий башенный кран. А мне пора прощаться. Пока!